Вы смотрите программу «Сахалин сегодня», и мы продолжаем. Автобусный маршрут номер 104 в областной столице с 1 сентября начнет работу по обновленному расписанию. Напомню, это направление связывает центр города с новостройками в дальнем и старой частью села. На него поставят дополнительный автобус. Это позволит расширить график движения до 23 часов. Недавно на этот маршрут заступили новые зеленые автобусы китайского производства на газомоторном топливе. Они заменили машины, многие из которых уже были в предварийном состоянии. Мы поработали над расписанием 104-го маршрута для синхронизации с расписанием рельсобусов на ТПУ «Алые розы». Сейчас на маршруте номер 104 курсируют 6 автобусов. Добавлю, что расписание общественного транспорта можно найти на сайте мэрии или узнать, позвонив по номеру 55 65 15.